Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня привет. У нас карта FNAF 1, я буду один аниматроник, а пацаны будут за мной охотиться, а может даже наоборот. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я начинаю их мочить. Да, я все, начинается выживание. Так, 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 а чё, я странно очень еду, ноги стоят. Как будто у меня этот, знаете, гироскутер. Пацаны, охота на него открыт. Охота на аниматроника. Так, так, так. Я никаких звуков могу не издавать. Выкуриваем, Димас. А меня там нету. Да, да, конечно, я ви... Ой. Ой-ой-ой. Ну, забери с собой гранату еще. Ай-яй-яй, заморозили, заморозили. Ладно, я гоню, я далеко просто издаю звук, как будто заморозили. Ах ты читер. Чего читер? Читер. Где он? Ложные звуки издаёшь. Вы не можете меня убить, я с вас в шоке. Куда ты пропал? Ищите, ищите меня, вы меня найдете. Где он? Понимаю. Где? Так, 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 так. Он в секретной комнате. Нема тут секретной комнаты. Понял. Нету. Я знаю, где эта секретная комната. Да нету ее здесь. Здесь есть. Ладно, здесь. Ладно, есть. Только это не секретная комната, а какой-то свалка, какой-то подвал, что ли. Все ясно, это туалет. Ой. Своих валят. Красава, красава. Не, я зашел в супер секретную комнату. Где... Эй, нашел, нашел! Где? Вы... О. Что-то, иди за мной. Надо валить, надо валить отсюда. О, вон он. Нет, 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 нет. Найдено. Крыша. Все на крышу. Он ли крыша? А! Да, боже. Отвалите! Что если не отвалит? Точнее, какой... Ты куда пошел? Я не... А, вот ты... Ты что прыгаешь? Я не прыгаю, я телепортируюсь. А, это... А... Не знал, не? Не, особо. Ты где, Димас? Я в засаде. Ах ты жопа. Да как ты меня так быстро нашел? Двери просто долго закрываются. Я тебя убью, и так. Тут ваши хитрые самые. А, дверь закрыта. Открой. Прям в лапы. Кто это где? Это офис. Вот так, пацаны. Офис. Синий. Я выезжаю. Выезжаю. Давай, быстро, заходи. Вот так. Нету его, исчез. Как вы могли его пропустить? Да тут здание этого... Так, я сейчас полет заберу вас, жлобы. Лагаю жестко. Да потому что вы летаете. Я кстати. Я ж забыл сказать пацанам, что у нас тут же ж не просто битва. Я могу бомбу эту взорвать. Ой. У нас не же защита тебя... бомбы идет. Так что не забывай ставить лайки, подписывайся на канал. Ролики выходят каждый день. А я сейчас убью этого человека, который мне мешает идти. Так я не... А я возле бомбы. Димас, не надо, не стреляйте по ним. Вы сейчас убьете бомбу. Ой, у меня. А я иду возле бомбы, гуляю. Ой, сейчас, я понимаю. Вот это будет эпик, если взорвется. Я-то живой останусь. Да отвали... Ух ты! Mission failed. Поражение. Аниматроники win. Давайте я еще одну бомбу здесь положу. Ой. Она активировалась, что ли? Да. Но она не взорвется, пацаны. Там можно... Да. Конечно. Е. Моя цель бомба. Зарядиться. Ого, я так прикольно замерз. О, спасибо, толкай меня к бомбе. Давай, быстрее. Блин, да что за говно? Дверь снаружи. Димон спрятался. Скромник, хватит уже friendly fire устраивать. Реально не да я тебя видел, ты просвечиваешься через текстуру у меня да почему-то. Эй! Ой. Есть один план, что будем стрелять? Я в засаде, пацаны.
В засаде говорю. Ай! Жлобы! Кто? Красавчики! Это не я точно. Ладно, сейчас ну на бомбу. А! Буу! Здравствуйте! Димас нормально тут, да, накрышил вас? Ага. Охранников. Так, я так понимаю, вторая бомба тоже взорвала. Да, все, я положил это пепси-колу, которая очень сильно взрывается. Уйди отсюда, Росбин! О! Не мешай мне идти. Батя в здание. Да отвали ты! Меня заморозили. Надо выйти как-то. Сейчас я его немножко повалю и пойду взорву эту пепси-колу. Скромник. 32 убийства уже. Иди сюда. Да вы что, мне решили вот это вот так убивать все вместе? Кто-то... А что, полезно ведь? Я отдыхаю. Заряжаюсь. Иди-ка сюда, мы тебе кофейку сделаем. Не-не-не-не-не. Хорошенечко отдыхал. Я отказываюсь, пацаны. А ты чё? Эй, ты чё, жлобук? Отвали от меня, жлоб! Ай, кровь сыщ! Да какая крыша? Ой, ты тебя так прикольно умер! Давай, кто следующий? Дуэль, ПВП, один на один. Только, конечно, это не один на один, это один на шесть, на семь даже. Ах ты бомж! Ах ты бомж! Вот так, да? Давай, испорь мне. Ну честно, испортить это оружие. Испортить мне настроение. Вообще-то он мало наносит. Почему-то. Ага, блин. Не-не, реально, с первого раза не убил, не может он убить, оно мало наносит. Да. Димас, просто тупо возьми любую пушку. Ой, аниматроник. Я иду пепси взрывать, потихонечку. Не надо, давай купим. О, давайте я возьму там, где аниматроников мало жизни. Сильно много у меня, 830 тысяч. Я ж тебе говорил в первый раз. Ай. Он убрал это. Он тупо хиляет. Пацаны, он тупо хиляется. Не, я переключаюсь на режим другой. Ну кто заморозит? Кто мороз использует? Я что-то морозит. Я бегу. Пушка антиразбийник приготовлена. Так, 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 ищем ее. А где эта банка? Она ж была тут. Это не используй миниган, ты можешь случайно. Ой, ой, ой. Да я не могу найти банку, я ж ее спамню. Так, так, мы так. Ее перетащили. А куда? Далеко. Вы меня обманули, что ли? Да. Ах, вы жлобы. Это в правилах не указано. Я тогда буду мочить вас, пока у меня... Вот тут она, я знаю. Так, так, так. Слушай, я пока что на перезарядочку уйду. Да чё вы запрятали её? Хочу взорвать. Подскажите, где она? Она на карте. Вот. Я тогда сейчас другую заспамню. Вот еще одна есть, оказалось. Не-не-не-не. Да-да-да-да-да-да-да. Убери. Фу. Нет, найны. Да вот ладно. Она стоит, я пью с нее воду. Ладно. Хорошо, 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 все скажу, она в туалете. Да? Да. Ты обманул. Ее нету там. На этот раз точно. На этот раз точно. Так, значит, за динамит на мне за говно. Не надо было. В туалете пепси. Взорвалась! Зараза. Жесть. Пепси-кола уничтожила меня. Даже меня уничтожила. Вы что, проиграли? Всех замочили, да. Полностью всех. Если бы ты из стадии в стадию не переходил бы, я бы тебя замочил бы вообще на изи. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!